Диане Беловой всего 14 лет, но она уже командир взвода курсантов сектора гражданско-патриотического воспитания Вятичи имени Героя России Игоря Маренкова. В организации Диана 3 года, говорит, что пришла, потому что заинтересовалась пулевой стрельбой и выступлениями с карабинами. А в итоге девушка вместе с остальными ребятами даже покоряет Северный Кавказ. У нас есть такая акция, как «Походы памяти». В эти походы мы едем на Кавказский хребет, в Туапсе, и совершаем марш по некоторым горам. Примерно это на неделю, то есть в горах мы бываем 4-5 дней. По словам руководителя Вятичи Сергея Михайлова, все курсанты воспитываются как настоящие солдаты, поблажек не дает никому. Давай, еще 7. Давай еще разок, нет? С помощью, давай восьмерка нужна. 8, все, молодец. Нормы ГТО все сдавали на равных, и девочки, и мальчики, но, конечно же, старшие помогали младшим. Следующий этап – стрельба. 5 мишеней, 5 снарядов. Малыши стреляют со специальных стоек, а ребята постарше принимают упор на локоть. Промашек быть не может. Главными судьями в этот раз стали активисты «Единой России». В рамках программы «Старший брат» они не только провели мероприятие, но и показали курсантам мастер-класс по стрельбе после подведения итогов. А победу все равно одержали юные вятичи. Героем дня стал курсант Иван Тищук, который стал первым и в сдаче норм ГТО, отжавшись целых 70 раз, и в полевой стрельбе, набрав 43 балла из 50. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».